Здравствуйте, в эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. На низком старте. Готовность агрегатов перед открытием сезона проверяют сотрудники Гостехнадзора. Как подкована техника в хозяйствах Волжского района, расскажем в выпуске. Создать модель комбайна или трактора, нажав одну кнопку. Студенты Самарского аграрного вуза учатся проектировать сельхозтехнику на высокотехнологичном оборудовании. Осталось только навести марафет. Николай Мущинин уже грезит посевной. Работа предстоит пыльная. Бронование, культивация, сев. Боевая машина отпахала в хозяйстве 5 лет. К новому сезону тоже готова. Трактор прошел техобслуживание, заменены фильтры, масло. Сейчас с агрегата сбивает пылинки. Не потому, что дорогостоящая иномарка, это уже культура обращения с техникой. Проверены были все световые приборы, тормоза, проведено техобслуживание. То есть он, в принципе, полностью готов к работе, как в полях, так и на дорогах общего пользования. Финальную отмашку полевому забегу дают сотрудники Гостехнадзора. В Волжском районе технику проверяют досконально. В каком состоянии рулевое управление, в порядке ли тормоза. Инспекторы знают немало историй, когда банальная небрежность приводила к трагедии. Включите дворники, поворотники, дальний и ближний свет фар. Сигнал тоже должен быть исправен. Все ли на месте в джентльменском наборе механизатора? Аптечка, огнетушитель и, конечно, сами документы. Инспекторы не без удовольствия констатируют. В регионе идет масштабное перевооружение технопарка, и серьезных нареканий становится меньше. Данный семинар мы проводим уже не первый год. Смотрят, как люди готовятся. Соответственно, это подтягивает дисциплину. Технику, разумеется, первоначально приводит внешний вид в порядок. То есть это производит окраску. Соответственно, устанавливают все световые приборы, чтобы наличие звуковой, световой сигнализации. И потом уже впоследствии занимаются устранением таких, как течи топлива, течи масла. Всего на весенних полевых работах в области будут задействованы почти 4000 тракторов, а также 1500 посевных агрегатов. В Волжском районе пропуск на работу в поля получила половина хозяйств. Остальных проверят в ближайшие дни. Они себя уже с гордостью называют сотрудниками конструкторского бюро. Ватманы, кульманы и карандаши – все в прошлом. Класс проектирования больше похож на кабинет информатики. Задания студенты инженерного факультета выполняют на компьютере в специальной программе. Курс 3D-моделирования начинается с составления простой детали и завершается созданием сложного механизма. По диаметру подобрали полумуфту, зубчатое колесо. Это все рассчитали, построили зубья. И сейчас я занимаюсь как раз-таки сборкой вот этих всех деталей. Нарисованные в 3D-графике модели – это не фантазия самих студентов, а будущие образцы современных сельхозагрегатов. По такой технологии их воплощают в реальные детали на самом производстве на станках ЧПУ. Ведущие заводы области по производству агротехники поддержали идею создания высокотехнологичного класса. Они заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров, начиная со студенческой скамьи. И для этого не только надо организовывать практику, стажировку студентов на лучших предприятиях, где можно и у кого учиться, и чему учиться, но и в аудиториях нужно создавать те возможности, которые позволяют видеть эти современные технологии и машины. В другом классе студенты познают азы биотехнологий. Одно из инновационных предприятий области установило здесь массивный биореактор. В установку помещается любая органика – навоз, помет или рыбные отходы. А на выходе вырабатывается метан и удобрения для восстановления плодородия почв. Последнее сейчас крайне актуально. На это направление Федеральное министерство сельского хозяйства даже предусмотрены субсидии. Студенты смогут опробовать установку на практике. У вуза есть небольшое поголовье крупного рогатого скота. Мы, наша обязанность сегодня создавать вместе с работодателями, со всем заинтересованным сообществом. Благодаря планомерному и грамотному подходу администрации вузов и учебных заведений среднего профессионального образования, преподавательскому составу, создавать эти условия, которые будут способны генерировать в наших абитуриентах, студентах именно желание обучаться и в конечном итоге получать те навыки, которые будут востребованы на рынке труда.
За последние 3 года в аграрном вузе области открыто более 20 аудиторий при участии потенциальных работодателей. В этом году планируется создать еще несколько классов и охватить другие факультеты.